Через виджет на рабочем столе заходим в радио. Также можно зайти в него, нажав на значок радио внизу на панели задач. В самом низу расположены различные настройки радио. Длительное нажатие кнопки «Поиск» запускает автоматический поиск радиостанций. После того, как он будет закончен, все найденные радиостанции отобразятся. Вы также можете сами выбрать нужную волну и сохранить ее, нажав на любую кнопку радиостанции, либо на кнопку «Сохранить» в правом нижнем углу. Кнопка «Band» в левом нижнем углу необходима для переключения между списками радиостанциями. Есть два списка – AM и 3FM. Короткое нажатие кнопки «Поиск» останавливает поиск радиостанций. Кнопка в центре настраивает на прослушивание местных радиостанций. Радиостанции других городов станут недоступны. Следующая кнопка – переключение между моно- и стереорежимами. Кнопка с шестеренками открывает еще один лист с настройками радио. Включите эту кнопку, чтобы вручную настроить чувствительность радио. Но не стоит задавать слишком высоких цифр, иначе радио будет ловить самые далекие радиостанции со звуковыми помехами. Нажав на кнопку «Карандашик», вы можете отредактировать название радиостанции. Включите функцию RDS для того, чтобы воспринимать текстовую информацию о радиостанции. Например, название радиостанции, исполнитель и название песни. Но это только у тех радиостанций, которые эту информацию предоставляют. После включения RDS также станут доступны кнопки PTY, TA и AF. Нажмите PTY, и тогда будет транслироваться тип радиопередачи. Например, новости, детское, отдых и другое. Если радиостанция не передает информацию о программах, то будет высвечиваться No PTY. Вы также можете несколько раз нажать на кнопку PTY, чтобы выбрать тип передач, который хотели бы послушать.